Сразу после подписания Путиным договоров об аннексии оккупированных территорий, Кремль пустился во все тяжкие, чтобы как можно быстрее продемонстрировать, что обратного пути у захваченных областей нет. Здесь уже назначили псевдовыборы в так называемый парламент и в ближайшие дни планируют упразднить таможню. Какие еще нововведения ждут жителей Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, смотрите в этом видео. 2 октября Конституционный суд одобрил пакет документов о принятии оккупированных территорий в состав России. Группировки ЛДНР вошли в РФ в статусе республик Запорожская и Херсонская области с двумя громадами в Николаевской, как отдельные субъекты со своими нынешними названиями. 3 октября это поддержала и Госдума. Покажите, пожалуйста, результат. Федеральный закон принят единогласно. В России уже даже решили, что псевдовыборы в так называемые парламенты 4 оккупированных украинских областей пройдут через год, в сентябре 2023-го. Вот только в Кремле, судя по всему, еще не договорились о границах новых территорий. Несмотря на разговоры о необходимости контроля над областями в их административных границах и возрождении Новороссии, согласно внесенным в Госдуму договорам, границы зафиксированы по линии фронта. Правда, после освобождения Лимана и еще ряда населенных пунктов на севере Донеччины, в Москве уже получается нестыковка. А учитывая активные бои по всей линии фронта, таких нестыковок может прибавиться. Видимо, в Кремле это понимают, поэтому, по словам Дмитрия Пескова, границы оккупированных Херсонской и Запорожской областей еще не определены и якобы будут зависеть от воли населения, но без референдумов. Такое туманное объяснение выглядит как попытка идеологически обезопасить себя от будущих неудач на фронте. Как о большой победе в прокремлевских телеграм-каналах пишут, что таможенного контроля между Россией и оккупированными территориями больше не будет. В то же время, пока линия фронта нестабильна, тут также возникает вопрос границ. А как быть с территорией ДНР и ЛНР под контролем ВСУ? Госграница будет с КПП на Трудовских прямо на автостанции? А где тогда будет граница по фронту? Надо сначала новую границу создать, а потом уже со старой уходить. Согласно проектам договоров об аннексии, гражданство группировок ЛДНР прекращается со дня их принятия в состав РФ. Якобы те, кто живет на оккупированных территориях, автоматически станут россиянами. При этом в Комитете Госдумы по госстроительству и законодательству заявили, что стать гражданином РФ будет не так-то просто. Это возможно только при условии подачи заявления и принесения присяги, но территориальные органы федеральных органов исполнительной власти должны появиться в оккупации только к 1 июня 2023-го. То есть о получении гражданства РФ можно говорить только через 8 месяцев. Иная ситуация с российскими паспортами. Их, судя по всему, готовы раздавать всем желающим и даже тем, кто этого не хочет. Например, в Мариуполе, по информации украинского генштаба, учителям угрожают увольнением в случае отказа обменивать свой паспорт на российский. По всей оккупированной территории распространяются слухи о разных санкциях в случае неполучения российских паспортов. Вот что нам рассказал на правах анонимности житель Донецка, где, по словам представителей группировки ДНР, в течение нескольких месяцев все должны получить российские паспорта. Недавно у меня родился ребенок. Естественно, нам выдали свидетельство о рождении ДНРшное. Как теперь будет, заставят ли его менять на российское, еще не ясно. Но мы решили получить украинское свидетельство. В Донецке пока еще все так же работают специальные люди, которые решают подобные вопросы. 5000 рублей и будет вам украинское свидетельство. Что до российских паспортов, пока что насильно никто их получать не заставляет. Но я думаю, что это вопрос времени. Видимо, придется получать, хотя я буду до последнего тянуть. Зачем он мне? К тому же могут призвать. Согласно договорам об аннексии, военизированные формирования группировок ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей, войдут в состав вооруженных сил России. А жителей будут призывать на военную службу со следующего года. Это означает, что все решения о мобилизации, принятые Кремлем, будут распространяться и на захваченные территории. К тому же, именно мужчины с оккупированных территорий, как показывает практика, первыми попадают под удар при мобилизации. В Донецке и Луганске мужчин уже вообще почти не осталось. В Крыму на фронт отправляют прежде всего крымских татар. Чего еще ожидать жителям захваченных территорий?
территорий. До 31 декабря 2022 года при расчетах можно использовать гривну. Потом в обращении останется только рубль. В Госдуме обещают, что все льготы, пособия и услуги, которые узаконены в России, будут действовать и на оккупированных территориях. В Донецкой и Луганской областях до 1 марта 2023 года планируют создать органы фондов пенсионного и социального страхования РФ. Что же касается бизнеса на новооккупированных территориях, то по информации Восточной правозащитной группы, всех владельцев предприятий обязали перерегистрировать их согласно законам группировок ЛДНР. После чего приняли постановление о национализации собственности юридических лиц за исключением граждан Российской Федерации. Также предусмотрены механизмы конфискации. То есть пока идет процесс аннексии временно оккупированных территорий Украины, кремлевские элиты уже делят награбленное. Например, северодонецкий «Азот» планирует забрать себе друг Путина – Ротенберг. Что до таких сфер, как образование и законодательство, то в них Россия начала активно интегрироваться еще с лета, таким образом подготовив почву для дальнейшей аннексии. В общем, переходные периоды для новых так называемых субъектов Федерации будут длиться до 1 января 2026 года. Слишком долго, учитывая, как стремительно меняется ситуация на передовой.